Бакинская школьница Рейхан Джамалова, представившая на форуме JES-2017 установку Rayan Energy, позволяющую вырабатывать электрическую энергию из дождевой воды, включена в рейтинг «Самые перспективные бизнесмены и изобретатели в сфере промышленности, производства и энергии до 30 лет», опубликованный журналом Forbes. Юная изобретательница стала первой изобретательницей из Азербайджана, вошедшей в рейтинг из 29 человек. О ней заговорили после глобального саммита предпринимательства JES-2017, прошедшего в Индии в ноябре прошлого года, на котором девочка представила свое изобретение, состоящее из четырех основных частей – коллектора дождевой воды, резервуара, электрического генератора и аккумуляторной батареи. Резервуар наполняется дождевой водой из коллектора, затем вода устремляется к генератору, вырабатывая энергию, скапливающуюся в аккумуляторе, передает ТАСС. Изобретение Рейхан, ставшее одной из самых юных участниц форума, было признано возможным альтернативным источником энергии для жителей экваториальной полосы с обильными муссонными дождями. Сейчас рассматриваются возможности для налаживания промышленного производства устройства. Рейхан родом из города Губа, сейчас она учится в одном из бакинских лицеев, а наукой и изобретательством увлекается с детства, демонстрируя хорошее знание в физике, химии и математике. Юная изобретательница мечтает стать астрофизиком и получить Нобелевскую премию.